17 ноября не стало легендарного российского фигуриста, президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова. Прощание с ним прошло на малой арене стадиона «Лужники». Александр Горшков – олимпийский чемпион, шестикратный победитель чемпионатов мира и Европы. После ухода с большой ледовой арены он не покинул мир спорта. Под его чутким руководством выросло несколько поколений фигуристов, покоривших миллионы зрительских сердец. Несколько дней назад президент Федерации фигурного катания России был экстренно госпитализирован в отделении реанимации. У Александра Георгиевича диагностировали инфаркт миокарда. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пациента не удалось. Легенда спорта скончался в возрасте 76 лет. Сегодня на малой арене стадиона «Лужники» прошла церемония прощания с Александром Георгиевичем. Проводить прославленного фигуриста в последний путь пришли десятки близких и поклонников. Никита Коцалапов приехал с букетом алых роз. Помимо него на церемонии присутствовали министр спорта России, Олег Матыцин, Татьяна Навка и другие. Попрощаться с великим фигуристом приехала известный тренер Татьяна Тарасова. 75-летняя женщина прибыла в инвалидном кресле и произнесла трогательную речь. Саша был чудесным человеком. С ним было не страшно. Он всегда положительно был настроен к людям, что редко встретишь в руководящих работниках. «Очень жаль, очень жаль. Соболезную семье», — сказала она.